Мое имя Крылов Станислав Анатольевич. Я русский человек, чем очень горжусь. Но мое взросление, мое детство, мое возмужание, все, что есть у меня, тот, каким я стал благодаря этой земле. Азербайджан – это страна, где люди никогда не пройдут мимо хлеба, который лежит на земле. Обязательно подымут и положат в укромное место, куда-нибудь повыше, где младшие встают, когда взрослые заходят, где женщины и старики, заходя в полный транспорт, заведомо знают, что их место там. Здесь закончил институт, женился, здесь я растил своих сыновей. Здесь я крещен, здесь похоронены мои бабушка и дедушка, мои родители. Для меня это родная земля. Я закончил здесь Азербайджанский государственный институт физической культуры и спорта и долгое время работал тренером. Многие в Баку меня знают как Стас Мялим. Мялим – это очень уважительное обращение, учитель. Мне всегда казалось очень гармоничным сочетание русского имени и уважительного азербайджанского обращения. Я по жизни очень горжусь этим званием. Мен Азербайджан халгынын рус баласыям. Дословно это я русский ребенок азербайджанского народа. Это шутливо и в то же время очень трогательно. Такова же и душа азербайджанского народа. Тонкий житейский юмор, доброжелательность, хлебосольность, терпимость – все это присуще азербайджанскому народу. И, как по-русски говорят, не доводить до греха. Тяжелым мрачным грузом почти 30 лет висит над Азербайджаном, над всем нашим народом висит факт армянской оккупации. И тут, конечно, приходят на ум слова из культового фильма. В чем сила? А сила в правде. Я убежден, что правда за нами, а за правдой победа и долгожданный мир на земле нашего любимого Азербайджана. Как только не стало СССР, то армяне в первую очередь выгнали русских. Это самая мононациональная республика. Кроме армян там нет никого. 99% армяне. А где русские? Выгнали. А потом очухались, поняли. На западе 80-миллионная Турция. На востоке 8-миллионный Азербайджан. И являются непримиримыми уже тысячелетиями. Грузия истекала кровью от Персидской империи. Армения истекала кровью от Османской империи. Мы пришли на помощь. Они умоляли русского царя. В ногах валялись. И мы спасли миллионы армян.